Друзья, всем привет! Я продолжаю делиться с вами своими впечатлениями о проекте CryptoHands. Решила сейчас это сделать в формате видео. Итак, первый вопрос, который мне задают, это: Аня, зачем тебе это нужно? Я поставила себе цель, и цель сама себя не достигнет, как мы знаем, и этот проект, я уверена, поможет мне ее достичь. В этом я уверена, потому что я нахожусь в окружении умных, целеустремленных людей, которые давно варятся в этой теме, и они мне вселили уверенность в том, что этот проект действительно стоящий, и после этого я в нем разобралась, и теперь я уверена на 100%, что этот проект реально мне поможет достигнуть того, чего я хочу. Да, мне было сложно, я боялась, что мне придется делать что-то новое, что я никогда не делала, но именно это и делает нас сильнее и увереннее в себе, помогает нам развиваться, становиться лучшей версией себя. И сейчас я на 100% знаю, что я в правильном месте и что добьюсь того, чего хочу. Поверьте, что я бы не стала никогда на обозрение всех своих друзей и знакомых выставлять информацию о каком-то непроверенном, непонятном лохотроне, да, и звать туда своих друзей. Нет, ребят, это 100% самый честный проект в интернете, в котором можно заработать. Я это поняла, когда, как я уже сказала, в него попала, меня добавили во все чаты официальные. Я пообщалась с людьми, которые гораздо больше всего знают, и сейчас я просто несказанно рада, что я нахожусь в таком окружении. Второй вопрос — это сколько я уже заработала, который часто тоже мне задают. Ребят, по отношению к этому проекту это совершенно неправильный вопрос, потому что это проект не хайповый, где вы сейчас там тишонку другую заработаете и на следующий день пойдете ее с удовольствием потратите, да, и забудете о том, что вы ее заработали. Нет, этот проект, он долгосрочный, он перспективный. Чтобы в нем заработать, сейчас нужно очень хорошо потрудиться. Но это принесет свои плоды, очень огромные, да. Я заработаю не тыщенку и не две, я заработаю огромные деньги, и я не побоюсь этого слова, огромные. Такие деньги, которые смогут обеспечить жизнь моего ребенка. И это я говорю без шуток, это правда. Ну а если говорить о том, сколько я заработала, то, что я вложила я 800 рублей, их я уже утроила уже на следующий же день. Но еще раз говорю, ребят, это не та сумма, которую в этом проекте можно заработать. Это только самое начало. Самое классное начнется дальше. И вы обязательно увидите, как я заработаю гораздо больше. Ну и последний вопрос. Это многие боятся, что это криптовалюта, что они не понимают вообще, что это и как с этим жить, и зачем ее использовать сейчас в жизни. Я вам отвечу, что мир не стоит на месте, и каждый день он развивается, изменяется, и в нашу жизнь входят новые технологии. Также, например, вспомните, не так давно мы не знали, что такое интернет, и понятия не имели, что будем проводить время в нем постоянно. Я до сих пор вспоминаю, как на телефоне случайно нажимала кнопку с глобусом, и когда открывался браузер, я с бешеными глазами выходила, быстрее я хотела оттуда выйти, потому что я боялась, что я сейчас зайду в какие-то непонятные места, и у меня спишут кучу денег. И что сейчас? Сейчас мы ежедневно проводим время в телефоне, в соцсетях и в интернете. Так вот, криптовалюта — это то же самое. Она лет 10 назад уже появилась в мире, и сейчас начинается ее бум. И я не удивлюсь, что скоро криптовалютой мы уже сможем расплачиваться даже в магазине. Ну и, наверное, буду заканчивать свое видео. Еще раз повторюсь, ребят, это никакой не лохотрон, это самый честный проект в интернете. Если вам интересно, если вы хотите изменить свою жизнь, будьте открыты к новому, не бойтесь делать то, что вы никогда не делали, и у вас все получится. Можете написать мне личные сообщения, я вам все подробно расскажу.